саженцы снежно-агодника Дарринбази White Hedge, Симфорикарпас Дарринбоси White Hedge, не могут похвастаться красивым бурным цветением, декоративную ценность представляют его плоды. Цветет растение 3-4 недели, во второй половине лета. Цветочки бледно-розовые либо белые. В конце лета вместо цветочков на ветках появляются плотные грозди белых восковых ягод, диаметр которых варьируется от 5 мм до 1,5 см. Однако необходимо помнить, что эти ягоды ядовиты и нельзя допускать к ним маленьких детей. Листья округлой формы, зеленого цвета, осенью желтеют. Высота и ширина растения могут составлять около 1,5-2 метров. Снежно-агодник Дарринбази White Hedge – это многолетнее растение высотой 150 см. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, живых изгородей, миксбордеров и может достигать до 200 см в диаметре. Снежно-агодник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. По типу ствола снежно-агодник Дарринбази White Hedge можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания снежно-агодники прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает снежно-агодник Дарринбази White Hedge в месяц август. Цветок окрашен в розовый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Весенний окрас листочков зеленый, летом цвет листьев зеленый. Форма у плода шаровидная. Цвет плода белый. Обратите внимание, что снежно-агодник Дарринбази White Hedge самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.